EA Sports. It's in the game. Мадридский Реал начинает первый тайм. И будем надеяться, нас ждет очень интересный матч и будут забиты и голы. И смотрим на состав Мадридского Реала. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. И смотрим на состав Мадридского Реала. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Ну нельзя давать Роналду так принимать мяч спокойно. Опасный момент. Какое спасение. Бейл, опасно. Еще чуть-чуть и был бы гол. Как вариант продолжения напрашивается передача. Мадридский Реал получает право на угловой удар. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Игра головой, и мяч уходит за боковую. Можно было получше мячом распорядиться. Не дают продохнуть Луки Модричу, сразу же накрывают прессингом. Казимир. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Криштиану Роналду. Модрич. А вот и атака Реала. Марко Асенсио. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Реал вышел вперед. Игра возобновляется. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Кросс получает обратный пас. Роналду тащит мяч вперед. И это должен быть гол! Гол! Вот это да! Сравнивают они счет, а времени-то всего ничего прошло. Да, очень быстро команды начали показывать свои сильные стороны в атаке и решили с голами не затягивать. Этим голом команды восстановили равновесие. Пока счет равный, посмотрим на долгую. Счет снова равный, 1-1. Защита надежно играет, мяч отобран. Бейл. Марко Асенсио. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. И Модрич вырезает великолепную передачу на партнера.
Дед. Удар! Опасно! Ого, тут же забивают и второй.